Важное мероприятие состоялось в пятницу, 15 октября, в Тверском государственном медицинском университете. Сразу два ученых получили звание «Почетный профессор ТГМУ». Причем один из награжденных известен всей стране как человек, неоднократно выносивший приговор латышским шпротам и молдавскому вину. Решение о присвоении звания «почетный профессор» принимается ученым советом вуза. В эту пятницу его были удостоены сразу два человека. Один из них – персона, известная не только в медицинском мире. Это бывший главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко. Несмотря на торжественность момента, он не упустил возможности прочитать лекцию на очень серьезную тему – влияние человека на экологию планеты. Природа миллионы лет эволюции без ресурсного голода потратила 200 миллиардов тонн кислорода. Только за последние 200 лет те же самые 200 миллиардов кислорода. Поясняя решение ученого совета, ректор ТГМУ отметила, что Геннадий Онищенко является давним другом вуза, с которым его связывает долговременное профессиональное общение. То же самое можно сказать и про второго участника торжественной церемонии облачения в мантию, директора Национального медицинского исследовательского центра Института радиологии Андрея Каприни. Прошедшая церемония имеет для университета очень даже прикладное значение, считает ректор. Возможность получения информации с первых уст, что очень хорошо как для молодых сотрудников, специалистов, которые преподают уже студентам, так и для врачей зрелых, профессоров зрелых. И это очень интересно. Это же наши связи, научные связи, общественные связи, возможности друг друга услышать. Леся Чечиновская отметила, что организационная и методическая помощь Геннадия Онищенко и Андрея Каприна поможет вузу существенно расширить спектр медицинских услуг для населения Верхневолжья. Ну а студенты и преподаватели, благодаря новым профессорам, получат возможность для создания дополнительных образовательных направлений.